Меньше знаешь, крепче спишь. С этим утверждением не перестают спорить судебные приставы. 25 апреля по всей стране они проводят акции «Узнай о своих долгах». И в течение дня сотрудники службы в торговых центрах города консультируют граждан и рассказывают им, через какие сервисы можно проверить свой статус должника. Нет ли случайно неоплаченных штрафов, не висят ли пени по налогам или коммунальным платежам. А вы можете зайти в банк данных исполнительных производств, зайти в поисковике, набрать ФССП, там будет окошечко «Банк данных исполнительных производств». Вы заполняете все необходимые координаты, и вам показывают, либо у вас есть наличие задолженности, либо ее нет. Ко всему прочему, приставы консультируют жителей и рассказывают об их правах, как можно получить алимент или потребовать средства с должников по другим категориям. Работы у приставов хватает. Год от года исполнительных производств все меньше. Только за первый квартал 2018-го больше на 15 тысяч рублей. Но о своих долгах граждане могут и не знать. Возможно, они прописаны по одному адресу, проживают по-другому, уведомляют гражданина непосредственно по месту регистрации должника, и об этом он может, в принципе, и не знать. И уже потом, когда поступает в службу судебных приставов задолженность, мы уже непосредственно уведомляем, и они уже приходят и, соответственно, говорят о том, что они не знали свою задолженность. Чтобы превратить акцию в праздник, сотрудники службы пригласили талантливых ребят из студии «Росинка», чтобы они показали танец и еще раз привлекли внимание жителей города к проблеме выплаты долгов. А проблема есть, хоть привлекай к ней внимание, хоть нет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.